Вязальный цех, швейный, упаковочный. Носки, брезки и чулочки всегда проходят три этапа. Новая ограниченная серия женских и мужских изделий – не исключение, только ароматные носки в завершении производственного процесса еще раскладывают по пластмассовым стаканчикам. Дозатором добавляют специальный раствор, его аромат продержится до первой стирки. Сначала мы берем стаканчик, наливаем запах. У нас запах цитрон, мы его наливаем. Ставим. Запаиваем. Спортивные укороченные носки с приятными запахами, герметично упакованные в прозрачный стаканчик, имеют 5 ароматов и столько же цветов. Апельсин, яблоко, малина, лимон и цитрон. К слову, раскупают изделия быстро. Необычные носки мгновенно завоевали популярность. Мы будем и в дальнейшем удивлять наших покупателей новинками, интересными продукциями, не только расцветками, но и упаковкой. Мы всегда над этим работаем в поисках новых идей, креатива. Словом, продукция чулочного комбината востребована не только в Бресте. Во всей Беларуси сегодня в стране работает порядка 60 магазинов. Поставляется продукция и на внешние рынки. Экспорт – это половина от всех продаж. География поставок разная, как и для большинства белорусских производителей. Сохраняется ориентация на традиционные рынки сбыта – Россию, Украину, Казахстан. В меньшем объеме поставки осуществляются в Грузию, Армению, Молдову, Румынию, Польшу. Таких фабрик, как мы, по всему миру больше 3000. И они, в общем-то, равномерно распределены по всем странам, по всем континентам. Поэтому конкурентная борьба, в общем-то, происходит внутри некоторых локальных зон, где местные производители, конечно же, главным образом бьются друг с другом, но большие игроки или средние, к каким относимся мы, имеют возможности, главным образом финансовые, продавать и на чуть более дальних рынках, чем те, что расположены вот в шаговой доступности. По итогам 2019 года бренд «Брески» впервые попал в топ-100 брендов Беларуси. Рейтинг «Белбренд» агентство публикует ежегодно, начиная с 2010 года. В нем отражены 100 самых дорогих брендов Беларуси. Нам самим интересно быть необычными в таком обычном продукте, как носки, поэтому мы думаем над тем, как мы можем выделиться среди большого количества производителей. А в Беларуси 10 компаний для нашей небольшой страны, 10 компаний занимаются производством носков. Наш креатив в значительной степени сосредоточен на упаковке традиционного простого носка. Упаковка, цвет, а сегодня еще и аромат. Брестский чулочный комбинат отличает нестандартный и даже индивидуальный подход к делу и к каждому покупателю. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.